Тест штатив номер один. Включена автоматическая стабилизация изображения. Выключена стабилизация изображения. Так. Область примерно. Что ж ты постоянно ловишь фокус? Так, макро. А ну включайся, макро. Макро почему-то не хочет. Вот есть. Что, но этот телефон, когда снимает видео, то имеет очень хорошее макро. Очень хорошее. Телефон Xperia S. Вроде бы там L22. Что-то еще вам. Что-то еще таки сюда положить. Вот, например, кучу аккумуляторов. Мало места, блин. Всего лишь сантиметров 20-25. Положить такого. Три минуты теста. Так, 15 и примерно еще сантиметра два. Да, очень маленькое место, конечно, получается. Вот, например, макетка. Вот макетка побольше. А ну-ка посмотрим. Макетка размерами 9 на 5. Ну, в общем, помещается. Это есть хорошо. Так, давайте, например, попробуем показать вам 9 на 5. Стеклотекстолит. Ух, офигеть. Так, меньше
Офигенно видно. Это реально офигенно. Так, маркировка на дисплее. Офигенно. Это реально офигенно. Вот чип, например, с размером моего большого пальца. Это офигеть. Наконец-то полноценный тест съемки телефона. Дисплей такой немного покоцанный, но ничего, работает. В общем, заказал себе несколько вот таких вот плат. Когда придут, тогда расскажу для чего. Но платы в целом выглядят нормально. Вроде бы стеклотекстолит. Так. Кстати, освещение родное из телефона. Вот так. Ну вот, как бы вот такой вот тест. Видео, ну, вообще ни про что, чисто для себя. Посмотреть, как оно будет уже на ютубе смотреться. Так что извиняйте, если кто-то что-то здесь ждал такое. Такое что-то. Ах, ну да, сделал вот такую вот приблуду из проволоки, та, что идет у нас в дома, алюминиевая. Она довольно-таки жесткая и вот хорошо крепит телефон. Вот сюда вставляется телефон. Все это прикручено к штативу как-то. Ну, результат вы видели. В общем, меня пока что устраивает. К тому же обидно, что штатив простаивает. Вот. Как бы так. Телефон не тяжелый, штатив не перевешивается. В общем, как и фотик. Тоже не перевешивал. Котейка спит. Наснимал видосов, как-то выгружу сюда на лайв-канал, как котейка, по-всякому там есть.